Не успели смягчить карантин, как украинцы позабыли о правилах безопасности. Не просто соблюдать все противоэпидемические требования бизнесу, который второй день пытается работать в новых условиях. Удается ли хоть кому-то соблюдать все требования, узнавала Влада Цуркан. Администратор обувного магазина Александр приступил к работе спустя 2 месяца. Говорит, выполняет все необходимые требования. Сделали уборочку. Вот висит у нас объявление на входе, что вход только в масках и до 8 человек пускаем. На входе у нас есть санитайзер для обработки рук клиентам. То есть, в принципе, влажная уборка у нас проводится раз там, в 3 часа. То есть и проветриваем каждый час помещения. Магазины с непродовольственными товарами открылись и в торгово-развлекательных центрах. Говорят, сложно контролировать количество человек. Чтобы не было, опять же, сборов людей, большое количество, поэтому пока еще не вызывали полностью весь состав. Сейчас на площадке работает до 8 человек. В среднем там заходит на данный момент до 80 человек за рабочий день. Возобновили работу салоны красоты и парикмахерские. Мастера стерилизуют инструменты и рабочие места после каждого клиента. Однако признаются, масочный режим иногда приходится нарушать. Если это борода, понятное дело, снимаю маску полностью. Если за ушами это все придерживается вот так вот, и держится, то есть маска не снимается полностью. Желающих подстричься – целая очередь. Но не все клиенты соблюдают дистанцию. Некоторые пренебрегают индивидуальной защитой. Можете меня обслужить одного человека? Вы понимаете, что это закон такой? Это какой закон? Мне уже нервов не хватает. Идите, пожалуйста, за маской. У нас есть продажи 15 клиентов. Наибольшее количество нарушителей среди прохожих. Многие вовсе позабыли о масочном режиме. Вы без маски ходите? Нет, недавно, буквально дня 2. И ни разу к вам не подходили, да, полицейские? Нет, ни разу. А не боитесь, что у вас полицейские, допустим, оштрафуют? На улице? Насколько я знаю, не обязательно. По улице тоже нужно в маске ходить. Не знаю, я не боялся. Напомним, на днях мэр Киева Виталий Кличко пригрозил ужесточить карантинные ограничения в городе, если количество больных будет увеличиваться. Влада Цуркан, Юрий Шульга, Киев, твой дом.